Давай сделаем руки за голову. Такая потягушка после. Снял. Trying to brag about money, cars, hoes, jewelry, and swag. About to be the first dude with the game in the bag who still lives home with his mom and his dad. True, taking a cab, I'll save my dough and get to jogging. Yeah, my funds are that low. My car's dented up with some dirty ass rims. My left headlight is duct taped in. You think I'm joking? I wish, but I've also accepted the fact life is a bitch. And I ain't here to complain, but yo, I'm just saying that I'll take your dollar, even if it's change. Cause I've given you nothing but free music. When I do release an album you can buy, please do it. Now there's a fan base following this character, about to show the world how to make it in America. I need a dollar, 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 that's what I need. Yeah. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Yeah. Said I need a dollar, dollar, dollar. I share with you my story, would you share your dollar with me? Yeah, you see it don't matter nationwide, everybody heard of me. Cause my wallet still lacks American currency. Dudes be like, yo, you're not broke, son, you're famous, huh? And I'm still unsigned, you ignoramus. Boston's making money like Billy Costigan, while Webby's in CT grinding for Washington's. But it's great, yo. Привет, друзья, мы в фотостудии Сергея Коника. Сегодня снимаемся с Олей Блохиной, снимаемся в рекламе Адамас. Это компания, которая производит лучшие, как они говорят, лучшие в Европе цепочки, золотые цепочки. Это фотосессия для спонсора чемпионата Power Pro Show по Men's Physique, который пройдет в рамках Мистер Олимпия в Москве 27-30 ноября. В холле ЦМТ будут стоять такие стенды и фотографии, где можно будет попробовать разорвать цепочку и получить призы от спонсоров. Я надеюсь, что вы придете в качестве зрителя или в качестве участника. Я буду ведущим. Соревнования будут проходить на сцене, специально оборудованной для этого мероприятия. И если вы еще не подали заявку как участник, если вы хотите поучаствовать, то идите к вашему директору вашего спортивного клуба. Скажите, что хотите участвовать, и пусть клуб подаст заявку на сайте Power Pro Show, подаст заявку и представит вас как участника, ваш спортивный клуб. Вы представляете клуб на сцене, клуб представляет вас как участника. У нас уже заявлено около 50 участников, около 23 клубов со всей России будут принимать участие в этом мероприятии. Мы надеемся, что это будет большое, красивое, зрелищное шоу. Приходите в качестве зрителя, в качестве участника, попробуйте порвать золотую цепочку, попробуйте как можно больше поднять вес. Там разные компании представляют, кто-то дегустацию будет спортивного питания делать, кто-то какие-то новинки спортивного оборудования, все можно будет попробовать. И, например, кто дольше провисит на турнике, и вы получите приз, помимо того, что увидите хорошее шоу и пообщаетесь с интересными людьми. Интересный такой дядька. Будем надеяться, что получится хорошая фотография у нас. Потому что работаем мы, конечно, работаем в экстремальных условиях. Здесь даже курят. Это ужасно. Участники пишут, звонят, спрашивают, как будут проходить соревнования. Соревнования будут проходить по правилам IFBB. Правила можно посмотреть на сайте нашей федерации. И, в общем-то, могу сказать, что это будет 6 категорий. Адамас, кстати, Адамас – это компания ювелирных изделий, они делают медали. Они делали медали для Сочинской Олимпиады, они делают медали для нас. Медали будут шикарные, и все призеры всех 6 категорий получат эти огромные, красивейшие медали. Как я уже сказал, 6 ростовых категорий – это 172, 174, 178, 181, 184 включительно, и свыше 184 сантиметров.
А вес нужно высчитывать по формуле, если ваш рост ниже 170, то это рост минус 100. Если 174, то рост минус 100 плюс 2. Если 178, то минус 100 плюс 3. Если до 190, то 100 минус 100 плюс 4. Если свыше 190 сантиметров, то плюс 5 килограмм по формуле. То есть ваш рост минус 100. Плюс 5. Ну, таких участников высоких у нас немного. Вот. Ну, как вы уже видели, турниры, спортсмены приезжают в хорошей форме, поэтому готовьтесь, осталось не так много времени, подходите в хорошей форме, одевайте свои лучшие шорты, вас будут гримировать. Для москвичей регистрация 27-го вечером, и, кстати, будет мастер-класс Дениса Гусева. Для москвичей регистрация 27-го. Так. Для москвичей регистрация 27 ноября в ЦМТ. ЦМТ, да? ЦМТ. Регистрация для участников, для тех, кто живет в Москве, будет 27-го в четверг вечером. И, кстати, после регистрации будет мастер-класс Дениса Гусева. Также мы сейчас ведем переговоры с Антоном Антиповым и Анной Стародубцевой, которые могли бы провести мастер-класс у нас в Москве. Они приедут из Америки тоже участвовать в нашем турнире. И для тех, кто приедет из регионов, тот, кто не из Москвы, может зарегистрироваться прямо, ну, взвеситься, измерить рост в воскресенье. В воскресенье перед началом конкурса. В час начала, то есть там с 11 до 12 сделаем регистрацию, если вы гость столицы. Ну что, увидимся 30 ноября в центре международной торговли на Power Pro Show 2014. Had a bunch of weed and mixtapes filling up my book bag. Dealing the feeling of keeping it real. One in a million, needed a feel. But in the stage, living the ways that keep me living in a city of steel. There's 100 billion rappers in the world. Yeah, I'm one of many. Get this money, better understand me. No plan B, bitches, no panties. Bunch of hoes trying to Facebook fan me. Platinum record, I get a Grammy. California cushion parties in Miami. Got the game by the titty, she my nanny. Thumbs up, motherfucker. Aha, aha. Share with you my story. Would you share your dollar with me?